Здорово. Сейчас будет буст на виспе 4600-5000. Примерно наглядно покажу, что делать. Особо не буду говорить, как я нажимаю скиллы и в целом. Так, ну, вкратце я пойду в лес. Пробую быстро получить левел, убивать мини-темплар, пойду снова молиться эту игру, хотя герои у них очень сильные. Это не важно. Эту игру очень просто будет выиграть, если я буду хорошо играть. Я закупил слежанно, конечно, но... Ну, типа, оверейдж, говорить. Ну, оверейдж так видно, типа, 5к это не такой уж сильный, но... Ну, просто... Для целого дня, блядь, доты это может быть чуть сложнее. Ну, чтоб, типа, понимали просто. Да, это не 0к ПТС, как делает 90% ютуберов. Пидорасы, да. Джунглеры там. Да, 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 это тебе бездари. Значит, ботл, урна, грейджный стик и тайндроп. За тьму гораздо сложнее в лесу стоять. Его как предсказание делать? А, хуй знает, чел. Не тренился? А? Не тренился, ну, за тьму просто сложнее. Нельзя в 3 спота стакать сразу же. Как я отсюда стакну 3 спота? Можно максимум 2 стакнуть, и то не факт, что получится. Несправедливо. Ну, это с компендиума вроде. Я не знаю. Вот, что-то спрашиваешь сегодня. Да, Сладар четвертая позиция будет бегать за мной в лес, если он, конечно, не дебил. Пошлите их нахуя, чем ебать. Я не хочу, мне придется Тезера прокачать в таком случае, ману потратить. Я сильно просяду из-за этого. Настов там нет. Если хочешь, можешь попробовать инвиз скачать играть. У них дабла сильная, сложная. Мне нужно как можно быстрее вывести, чтобы они не поняли, где я. Не уверен, ну ладно, и хуй с тобой. Блядь. Йо, подскажи, пожалуйста. Настройки. А, вот еще настройка. ВВС все-таки, ВВС. Там звук уменьши. Какой? Нижний. Да? Да, вот так чуть-чуть. Хотя бы. Sorry, go. Исчез. А. Ну вот. Ты типа читер? Кто? Все, кстати, вот с этим автокликером играли. Подожди. Лесной. Я думаю, что мне лучше сначала зафармить, а потом уже стакнуть. Я успею, потому что волки очень быстро фармятся. Да, я успею. Нож мне голема. Вот, сидят. Сардар ушел, да, свиньи? Да, он еще ко мне придет. Грустно. Ну, наш пикспу не пиздило третьего. Я на лицу просто стоит, АФК, не пошел. Ну, главное, что не ко мне. Тезер у меня есть, поэтому я, скорее всего, бегу, если что. Ну, там тоже кентавр. А, все, кентавр на топе, найс. Я получу 4-5, приду в топ или в мид мы убьем. Еще, если хочешь, можем шайн потом нажать с тобой на топе. Гули вообще очень хуёво стоит. Это хорошо, чел. Получается, пол победы. Он аж психует. Рейдж, да? Хочешь раньше на выпить, чел? Ладно, он умер. Ну ладно, как хочешь.
Я понимаю. Друг, если свяжешь, мы ее убьем. Типа на двух крипах свяжешь ее? Свяжешь? 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 Я захилю тебя, не юзай куру. Я в лесу пятый добью и будем ее по КД убивать. Осторожно, мити, постой. Просто не нафить его, чел. Я сейчас получу быстро пятый, и мы его будем по КД ебать. Ко мне опять идет, что ли? Добейся, блядь. Чудище. Значит, мана должно быть 180, у меня хватает. Смотри, если он подходит слишком далеко, просто нажимаешь горелку и бежишь за ним. Все очень просто. Давай, смотри, чел. Все красиво. Я сейчас шестой получу быстренько тут, два спота зафармлю и еще раз придем объемом. Не буду курапать, я решил, что я буду жадно в этой игре играть. Чисто висп, который будет на себя возить. Пусть не апнутая будет. Не юзай насмешку, это слишком дезморалит на экса. Что левел на 4.30? На лесной виспе. Сейчас из базы прилечу с шестым левелом, за стамина луна. Знаешь, что типа, короче, когда вот так что-то получается, да, красиво, ты слышишь меня? Да, я слушаю. Типа, говори там, ребята, вы видели эту хуйню, напишите в чате. По-любому не видел никто. Типа, по-любому напишет, что бездарь все такая, но... Ребят, это, если что, это 5к виражка. Вы можете также брать испаны своей виражки и ебошить. Давай его убьем, друг. Я убью, нормально. Я убью. Вот это тоже можно. Пошел нахуй. Гоу убьем их, Оракл. Я помогу тебе, Оракл. Оракл, гоу. Оракл, гоу. Поверь, на доверие, давай. И этого, и этого. Он сюда побежит. Ладно, видимо, ошибся, мой бэт. Мне руна нужна. Я захилю тебя, не уходи. Не уходи, я захилю тебя. Забей, жду. Ладно. Можно свой дом на Эксу ебнуть. Ну. Я седьмой левел добью, до базы пойду и с релкета прилечу на мет. Войд, похарась его. Ставь хрона, я убью его, друг. Поставь хрона. Да не дай ему ответ дать. Ставь, 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 ставь. Я миды сейчас помогу чуть-чуть, не уходи оттуда, я помогу. Я на базу пойду, ботл зарефилю и через шифт я захилю. Жди. А, можете прям на него не бояться, я помогу.
Давай, давай, за ним, чел. Есть ремнанты? Не по тавр, тебя же тавр. Блядь. Какие же слабые, блядь, сибучи 5к игроки. Ну, ладно. Друг, если я говорю ремнант, не значит, что тебе нужно делать по 2 хита тавра. Это же очевидно. Выйдем сюда, нет? У меня нет релокейта, нет. На шайн ходить? У него тоже батлпуст не юзай. Можем релокейт с собой сделать, Эмбер. На топ, например. Или на бот. Рейдж разведешь на боте, мы делаем. Не, нет смысла на Nexus забей. Я поформлю лес еще. Хорош, красава. Он даст, если что. О, ладно. Клинкс, осторожен. Могу похарасить его, у меня хроносфера 10 секунд. Давай. Ну типа я... Мне нужно на базе пригониться еще секунд 5 как минимум. Ланая с мид ушла, я не видел Акса, типа, он может лагерь уже иметь. 9 минута вроде. Типа, можешь делать, если хочешь, мы убьем. Че, бей, бей. Бля, клинкс умирает. Очень... Его отпусти меня, его отпусти. Да нет, ты че. Можем мид Ланая убить. Тавр лох, да. Нападешь, я помогу. Давай, 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 давай. Другой файт. Я на топ сейчас приду. У меня релокейта нет на бот. Типа там без меня. Нельзя сюда ставить, ну что на. Ну, а ты сейчас умрешь на топе, уйдя тут быстрее. Они еще могут за тавр задавиться. Точнее, типа, плюс один любой из леса, это труп. А, ладно, все нормально. Я РТП сделал, давай запушим с тобой линию. Не, настакали, красавчик. Сорян, маны 0. Да ладно, нормально. Да охуенно, вы 5 героев стянули. Я помогу тебе, если вдруг что-то хочешь. Да все, забей, типа, так напугало все. Нет смысла давить за ними. Сейвы какие-то. Так, теперь проверим, какой у меня левел клума у мидера. У меня 10-й. Ну, вообще 11-й, типа, всех меньше, чем у меня. Неплохо. В нашем лесу, в нашем лесу. Я понял уже. Да, Геракс. Не расставься в лес мидер. Я не хочу идти за регеном, меня там найти могут. У меня гуля СС. Это инфизбомба, скорее всего. Саксом. На труп. Припешник. Похороненный. Ой, батя на эмбере. У тебя реген, друг.
Я плохо делал. Я без зрела 80. Бери, бери, бери. Мека на 12. Ой, да видел, напишите в комментарии, я это видел. Ну, а где мека? А где парамы? Сейчас где-то такс будет нападать, я должен был где-то сейвить. Скорее всего, на боте. Или на топе. Мне кажется, на боте почему-то. Я здесь сейчас ошибся с выбором того, на кого нападают, я сейчас и могу игру въебать этим моментом. Потому что я с мекой засейвил любого героя. Показывайся на линии. У меня мека тебя не убьет. Смотрим, пойдем в лес. Погнали. А, там скорее всего инфест бомба. С аксом. Тут два героя стоят. В смысле, Акс плюс Ластиллер. Они тут стоят, не подходите, осторожно. По одному не подходите. Тут стоят два героя. Плюс Ланая. А, все, они в топ идут, можем медь забрать. Купол есть, я отдам. У нас увидели? Сейчас так пойдут они. Типа, у меня мекка, я засейвил кого-то из вас. Ёбнуться. Все очень плохо, на самом деле. Арканы нужны в этой игре. Сделай, пожалуйста, дезолятор, а не арчит. Пожалуйста. Арчит ничего не даст в этой игре. Дезолятор выиграет игру. Отмени, пожалуйста, арчит. Не вижу акса, мне очень стрёмно. Убиваем дальше. Убиваем дальше. Идем дальше. Они потратили все скиллы. Бейте его. У него есть рейдж инфест. Уже АФК сдаются. Неплохо. Я даже язык просто проглотил его. Сам. Акс все еще живой, не стой текучий. Шайн есть. Маму завью. Да. Луна вообще нихуя нет. Левелок у меня. Не на вас. Бежал на хосте, в смысле на спринте, но я не знаю, там даггер или нет. Не могу нажать. Нет, даггер, он варды подставил. Я помогу, если не пойдешь. Зацепить я помогу. Ложи меня. А, все, забей. Я сейчас сделал ТП сюда, можем подраться. На ней. Void go. У меня ульт 10 секунд. Мне похуй, иди на них. Иди сюда прям. Иди вверх, я тебя захилю. Нас видно, тут лейнвард стоит, вот тут. Свардар отсюда дошел, тут вард втыкнул где-то в этой области. Мы даже драки не навязывать, ребят, просто бегать за ними. Либо просто форсить, но типа, если становитесь кучей, мы 100% проигрываем файт, если Акс агрит. Что я типа засейваю одного героя максимум с мекой, если вы все будете в коле, это пиздец. Я иду, вдруг.
Дизоленная. Штаны. Кто поможет? Да ну. Шайнис. Пойдем на шрайну. Пойдем. Я заберу хосну. Боник пошли. Что, блять, масонский треугольник. Ой. Не получил ничего. Пойдем попробуем Т2 сломать или А. Был бы дезолятор на клинге сейчас, мы бы сломали Брашана, но он решил арчит. Хотя, ну нормально, сейчас дожжем дезолятор и захуярим их. Плохо. Не догернется, я дал урну. Подмейл у него. Батя на имбире уже соло убивает. Смотрите, сейчас тут появится, он может отцепить, у меня рела есть. Я плюс один буду лететь. Акса будет плюс? Хватит фармить пятером лес. Мы можем делать по карте очень много. Кура летит. Скорее всего смог. Я поставлю в центре, типа, будь готов. И за сейм одного, если нападут. А, они фидят курьером или что? Да. А-а-а. Там этот, мне кажется, этот... Какой... Возьми центре мои. Оракл. Вот он. Блядь. Помесь. Захвай крипа, ты слишком ватный против Акса. Можем дальше идти, если пятером прям, ну, типа. Просто этот хитлин сбьет, я помогаю, мека есть. Я тетер ебал, Войт, я тебя не спасу сейчас, чуть поосторожнее. Максимум, чем могу помочь, мека. С ТП-шкой. Его по миду с крипами. Акс будет прыгать в боника. Наверное. Ну, на боте ему похуй. Давайте закончим раз. Будет пытаться тавра похилить тебя. Прям, ну, типа... Ебалом торгуем и сломаем.
Боюсь акса. Не хочу когда портить на этом аккаунте. Вот и весь буст на 5к помойки. ГЛ next.